Тренажерный зал Ульяновского института гражданской авиации насчитывает 102 современных воздушных судна. Данные тренажеры позволяют проводить тренировки курсантов и авиаспециалистов гражданской авиации по высоким международным стандартам. И вот теперь в арсенале появился еще один тренажер Boeing 737 NG-800. Это тренажер самолета, который на сегодняшний день один из самых популярных самолетов среднемагистральных. В России он во многих авиакомпаниях, таких ведущих авиакомпаниях, как Аэрофлот, Победа, ЮТР и многих других. 15 сентября новую установку осмотрел в Рио губернатор Ульяновской области. Сергей Морозов поинтересовался, какая же основная цель этого тренажера? Основная цель нашего тренажера – это, конечно, подготовка курсантов-выпускников для того, чтобы они выходили из стен нашего училища уже переучены на конкретный тип самолета. Кроме того, как отметил на встрече с главой региона ректор института Сергей Краснов, тренажерный комплекс Boeing 737 NG-800 предназначен для тренировки членов экипажей, в том числе по программам переподготовки на другие типы самолетов. Кроме технических свойств самолета, аппарат предусматривает выполнение взлета и посадки в соответствующих погодных условиях. Тренажерный комплекс произведен в Канаде. Отметим, что в России такие тренажеры, кроме Ульяновской, есть только в Москве. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.